Смотрим аккуратненько за стаканом и за лентой справа, которая. Вот, смотрим, будут ли какие-то большие пакеты со стороны покупателей. Обрати внимание, вот 69 по 70 там дельта была просто упакована. То есть в этом массиве, который они сейчас сформировали, весь диапазон этого массива итогово идут по продавцам. Вот сейчас по 67,5 у нас один такой единичный пошел объемчик, и вон еще один, еще причем наливают. Ну вот они атакуют, слева на кластере объем отображается, справа дельта в этом объеме, собственно. 67,25 просто несут, соответственно, ждем реакции. 222 контракта, максимальный трейд там прошел, вот он отображается в ленте. Это алертик на крупную отложку. В стакане можно настроить, и это я покажу попозже. Непосредственно началась волатильность, нужно всегда поглядывать на стакан.